Як без пластичного хірурга збільшити губи та чому український школяр в Індії вчиться за ґратами? Це абзац. Завтра день пам'яті героїв Небесної Сотні. Минуло 2 роки після звірських розстрілів активістів. Тоді загинуло понад 100 людей, а винних досі ще не покарали. Як Україна вшановуватиме пам'ять героїв Небесної Сотні та чим сьогодні живе родина одного з загиблих на Майдані? Саша Джусупов далі. Сегодня Киев живет своей обычной жизнью, и только отдельные детали в центре города возвращают нас в ту зиму. События февраля 2014 года навсегда изменили судьбы миллионов людей. И в эти дни, спустя 2 года, на улице по-прежнему выходят те, кто остался жив или потерял на революции достоинство близких, чтобы почтить память погибших. Він ще довго дивився телевізор, слідкував за подіями, не міг повірити в те, що там насправді відбувається. Одягнувся, вибіг з квартири, залишив ключі, документи. І останній раз його бачили 18-го року. Юрий Сидорчук, любящий отец и муж, киевлянин, верил в лучшее будущее нашей страны и готов был пожертвовать собственной жизнью ради... Он сказал, я не могу зарабатывать деньги, когда убивают невинных детей. Без шлема и щита для защиты 18 февраля 2014 года Юрий помогал выносить раненых с передовой. Здесь он и получил тяжелое ранение в голову. 0050 він був доправлений в Інститут нейрохірургії карету швидкої допомоги з Майдану Незалежності. Йому зробили 2 операції, але доктора не давали ніяких надіжд. Тато у нас ще прожив 4 місяці. Посмертно Юру наградили званням Героя України. Я вважаю, що ми всі мусимо не втрачати оптимізму, вірити все-таки в найкраще майбутнє. Не дарма пролилася ця кров, не дарма ми переживаємо такі тяжкі моменти. Колись настане і в нас лад, бо ми цього прагнемо. Висовуйся, нам додому їхати. Тат, ти не хвилюйся. У мене є чарівна оонівська каска, синя. Зі мною нічого не станеться. Про те, що Устим на Майдані, я дізнався, мабуть, вже через тиждень після його від'їзду. По-моєму, 29-го числа було. Я кажу сину, ну не підписали вже асоціацію. Кажу, їдь додому. История голубой ООНовской каски облетела весь мир. Но еще в ноябре 2013 года, когда 19-летнего Устима избили на Майдане, Владимир даже не подозревал, что дальше будет еще страшнее. Я был расчарован в революции. Правда, у меня не было такой святой веры в то, что этот Майдан переможе. Бо на моем жизненном шляху была первая революция на граните, в которой я брал участь. Я голодував, потім була помаранчева революція. Дуже багато студентських ініціатив, активностей, творчої молоді. Він мене колись теж попрекнув, бо я посварився з ним після цього побиття. Я посварився, кажу, Устиме, ти не запитав дозволу, як ти мав право поїхати на Майдан. Він каже, ти в 90-му теж не питав своїх батьків, коли пішов голодувати. Його аргументація вибила з-під мене будь-яку основу, щоб я міг його якимось чином переконати. Парень не мог держаться в стороне, и 20 февраля, когда он помогал выносить раненых на улице Институтской, голубую каску пробила снайперская пуля. Можу сказати чітко, що в мене життя розділилося на 2 частини. В мене було життя до загибелі Устима і є життя після. Це зовсім діаметрально протилежні речі. В мене були інші цінності, в мене були інші радості. Правдолюб и максималист Устим отдал жизнь за то, во что свято верил – за свободу и справедливость. Периодично на могиле в нем появляется
і пакетик з молоком. Його побратим йому проспорив колись на Майдані пакет молока і не встиг віддати. І він його періодично привозив. Тієї ночі я кричала: «Небо падає! Небо падає! Небо падає! Устиме, чому ти не сказав, що впадеш замість неба?» Після загибелі Устима звернули, щоб ми допомогли нашим бійцям на Сході. Але воно затягнуло. Два роки я займаюся волонтерством. І я думаю, якщо я допоможу чиємусь, синові, батькові, можливо, чоловікові на фронті, то Устим буде радіти. Дуже круто. Дякую вам. Дуже велике дякую. Приїхали разом на Майдан і хотіли підтримати ті протести, які відбувалися в Києві, тому що країна потребувала змін і залишати те, як воно було, не можна було. Ми не могли дозволити собі сидіти вдома. 18 февраля 2014 года на Институтской отец и сын Николай и Игорь Кузнецовы, которые едва держались на ногах, случайно попали в объективы камер. Так трапилось, що просто ми попали під роздачу «Беркуту». І те, що нас зняли, відверто кажучи, в той момент нам було абсолютно байдуже. Николай – доктор технічних наук, а син Ігор – кандидат фізико-математичних. Сьогодні вони прийшли на Майдан, тому що пам'ятають. Дуже сильний, потужний волонтерський рух, який допомагає нашій армії. І це таке надбання України, яке дуже багато чого вартує. Февраля 2016 год. Киев, час дня. Люди пришли сюда на обеденный перерыв. Но зачем? Організатором акції є Інститут національної пам'яті і також новостворений музей Революції Гідності. Вирішили зробити таке волонтерське прибирання. Волонтери, чиновники, представители комунальных служб и просто небезразличные граждане приводили в порядок памятные места. Мета цієї акції – ми маємо пам'ятати про ті події, маємо пам'ятати про тих людей. Їхня смерть не була даремною, і ті люди, за рахунок яких лишились ми живі, маємо, власне, пам'ятати за ті дали, які вони стояли, ті дали втілювати в життя. Но эта акция только начало, ведь в дни памяти о погибших Киев окунется в атмосферу Майдана и вспомнит всех тех, кто боролся по достоинству. Заходи, які відбуватимуться тут в Києві, вони різнопланові, бо багато дуже є громадські ініціативи. 20 лютого в суботу ми відкриваємо в Українському домі таку комплексну динамічну програму з 12 години до 17. Буде представлено ще декілька проєктів, зокрема віртуальний тур виставкою «Від незалежності до свободи». Представлений буде проєкт «Вікна протести». Це україно-британо-турецький проєкт про відео усних історій. Уже сьогодні в небо над Києвом устремляться 105 лучей в пам'ять о погибших героях. Майже два роки минуло після того, як анексували Крим, а Севастополь уже не впізнати. Розбиті ліхтарі, занедбані клумби. Чому місто-герой подекуди нагадує гетто, а подекуди – смітник? Дивіться, просто зараз. Це у нас центр міста. От у нас, от, це Приморський парк. Тут у нас завжди, кожен квадратний метр був орендован. Дуже багато пустих. Вот, допустим, вот это помещение пустое, не работающее. Все убогое. Но зато вот у нас есть Единая Россия. Там флагов понавешено кучу. И вот везде, везде, весь город расписан в таких надписях. Абсолютно везде эти надписи. Такое впечатление, как будто это какое-то гетто. Ну вот появились первые попрошайки нищие. Молодой человек сидит, просит деньги. Это у нас ленинский отдел, милицейский. А справа у нас будет ФСБ.
немножко, я боюсь туда идти. Ой, смотрите, какой у нас он тоже загаженный. Ленинский отдел наш милиции. Вот это вызовы, меня сюда возили. О, вон там вдалеке катера. У нас тут не бедствуют, слава богу, наши олигархи. Вот, ну, то, что город в убитом состоянии, так это, в общем-то, и не беда. С катера-то не видно. И вот он наш железнодорожный, многострадальный, совершенно пустой вокзал. Никакого движения. Ни поездов, ни пассажиров, никого. Загаженный город. Путин, низкий тебе за это поклон. Вот, ну, нам еще бухать, валяться, и все, и мы Россия точно. Ну а чим ще приголомшили Україна та світ, дивимось. 7.30, Велика Британія. Городяни з Хаксбі прокинулися від гучного вибуху. Дехто подумав, що впав літак. Насправді в одному з будинків вибухнув газ. Та так сильно, що від дому залишилася купка обгорілого сміття. Десятки інших котеджів залишилися без вікон, а деякі й без дверей. Загинула одна людина. 9 ранку, Кенія. Мешканцям Найробі порадили посидіти вдома. З національного парку в передмісті втекли четверо левів. Курс взяли на житлові квартали, їх гриви помітили на міській трасі поряд зі шпиталем та біля будинків на околиці. На царів звірів влаштували полювання. На вулиці вийшли озброєні армійці. Як тварини примудрилися драпанути на волю, ніхто навіть не здогадується. Звіринець оточує кілька рядів паркану під напругою. 11.30, Одеса. До пологового будинку мчить поліція. Щойно звідти надійшло повідомлення про стрілянину. Зброю застосували на другому поверсі, де знаходиться мама з немовлятами. Сталося все так. Одну з палат обікрав незнайомець. Однак свідки спробували його затримати. Крадій втікав і відстрілювався. Одного медика поранив, а сам втік. 14-та, Сполучені Штати. Найкращі кухарі з усієї країни тушкують, смажать та перчать. Вони підбирають страви для оскарівського банкету. Одні смаколики тримають в таємниці, інші навіть дають скуштувати. Зіркових гостей частуватимуть курячим пирогом з трюфелями, лобстерами, вареними в морській воді, та лососевими оскарами з чорною ікрою. Перше на столах буде смарагдовий рис з Китаю. На десерт – донати. Їх поливатимуть вишневою горілкою та підпалюватимуть просто під час банкету. Спочатку Генпрокуратура обшукала офіс управління патрульної поліції і вилучила документи, що стосуються отримання і здачі табельної зброї. А вчора ввечері оприлюднила відео з реєстраторів поліцейських, котрі 7 лютого відкрили вогонь по славнозвісній БМВ, яка від них втікала. Що ж на тому відео? І як покарали винного у смерті 17-річного хлопця, знає Аня Олицька. Ну там 4 чоловіка, ну давай, будемо стріляти, а що діяти? Скільки можна, ти бачиш, вони позустріли. Там лучше, застрелим, на Вчера вечером Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео с регистраторов полицейских со стрельбой во время погони за БМВ. Видео смонтировано с комментариями следователей, которые объясняют происходящее. По предварительному заключению прокуратуры, фатальные выстрелы, от которых погиб 17-летний Михаил Медведев, сделал полицейский Сергей Олейник, бывший сотрудник милиции из села Тырловка Винницкой области. Следством доведено, що поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ чітко усвідомлював, що в ньому, окрім водія-правопорушника, перебувають ще троє сторонніх осіб. Не дивлячись на це, працівник патрульної поліції здійснив постріл в бік авто і виказав намір вчинити саме вбивство. Вчера же Печерский суд вынес Сергею Олейнику подозрение в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. 24-летний полицейский еле сдерживал свои эмоции и убеждал, у него не было намерения убивать кого-либо из пассажиров БМВ. Здесь ему пострелы виключно, щоб пошкодити автомобіль БМВ, була безпосередня загроза, як моєму напарнику. Також мені, в мене не було на меті когось
не дай Бог, позбавить до життя. Народные депутаты выступили в защиту полицейского. 15 народных депутатов, в том числе я, подписали ходатайство о том, что мы его берем на поруки и несем ответственность за то, что он никуда не убежит и будет сотрудничать со следствием. То зачем полицейского отправлять в тюрьму фактически? Да? Я хочу, чтобы эту людину максимально защитить в той части, в которой она не виновата, а в той, в которой она виновата, нехай она несет ответственность. Этот парень не желал кого-то убить. Он не был остервенелым, агрессивным парнем, который хотел в это время кого-то застрелить. Он делал свою работу. Однако суд не прислушался к защитникам и выбрал меру пресечения 60 дней задержания под стражей без возможности залога. Делать из него побоище, устраивать из него жертву – это неправильно. Храпачевский Ростислав до сих пор находится на свободе. Он является главным виновником инцидента. Он сидел за рулем. Он находился в состоянии алкогольного опьянения под воздействием наркотических средств. Он и должен понести главное наказание. Глава национальной полиции во время заседания заметно нервничала и решение суда приняла с горечью. Изначально мы ничего не скрывали, мы дали все материалы следствия. Назвать убийцами нельзя, пока нету приговора суда. И мы должны все быть очень осторожны, чтобы это не стало инквизицией полиции. Такие радикальные действия прокуратуры натолкнули на мысль о возможном конфликте между силовыми ведомствами. Этот же суд ранее отпускал людей, которые убивали. Он отпустил командира Беркута, который расстрелял людей на Майдане. Странно все это, ведь по законам любого следствия его материалы, в том числе и видео, не могут быть опубликованы до его окончания. Почему же тогда прокуратура это сделала? Можно ли говорить о том, что господин Матиус вышел на эту пресс-конференцию, преследуя не цели справедливости или правосудия, а политической борьбы? Можно. Заложником которой стал простой лейтенант полиции. Это политическое решение? Думаю, во многом да. Я думаю, что это попытка всех тех сил, которые сегодня пытаются показать, что в стране ничего не изменилось, ничего не происходит. А реформа полиции – это одна из таких успешных примеров. Показать, что они все-таки будут нам мешать до конца. После случившегося в рядах самой полиции паника и недопонимание. Не бажаю жодній людині попасти в таку ситуацію, яка склалася. Ви відео смотрели? Звичайно. І як? В шокі були? Ну, трошки так. Чули ви поліцію блокувати авто? Звісно. Некоторые вообще отказываются оценивать действия Олейника. Ну, ваше мнение по поводу вчерашнего решения суда можно, пожалуйста, в двух словах? В двух словах, пожалуйста, в двух словах. А другие активно стали на защиту коллеги. Знаю. Коллег, хороший человек. Отличный. Полностью отличный человек. Пусть все обвиняют, пусть все ездят пьяные. Ну, вы видите ситуацию на дорогу. Оценить появившееся видео я попросила военного эксперта. Он-то должен понять, действовал Олейник как профи или нет. Какого, извините, черта он стреляет в боковое переднее стекло, если он имеет возможность спокойно расстрелять переднее колесо? Особенно Юрия возмущает, что патрульный стрелял в сторону пассажира, а не водителя. Два акцентированных выстрела на уровне головы пассажира и один и еще третий туда, куда человек обычно уклоняется от выстрела. Юрий убежден, наши патрульные вообще не готовы к таким сложным ситуациям на дороге. Их научили неправильно. Понимаете? Потому что их учили люди, которые подходили проверять документы с одной целью – заработать денег. Их учили бывшие гаишники. Первая же ошибка была в том, что они подошли со стороны водителя к машине. По мнению Юрия, в таких ситуациях нужно подходить со стороны пассажира. Если я подхожу с этой стороны, я прошу предъявить документы, они у него во внутреннем кармане. Просто полезьте во внутренний карман. Вот я четко вижу, что у него, что он будет доставать. Сейчас лезет во внутренний карман, я ничего не могу сделать. И самое интересное, ему даже ствол не обязательно доставать. У меня просто прострелили свой куртку. Если можно, полезьте в бардачок. Видите, отсюда я бардачок не вижу. Если он обучен, как работать с бардачка, есть техника выстрела, то он меня положит
даже не целясь, я не увернусь. Но эксперт уверен, то, что подготовка патрульных низкая, виноваты их руководители и инструкторы. А в Литве глава МВД ушел в отставку, когда у полицейского всего лишь украли автомат. А в немецком Кёльне глава полиции покинул пост после неудачного расследования нападений на женщин. А что же будет у нас после убийства? У нас нет такой политической культуры, к сожалению. В этом конкретном случае не должен ходить в отставку министр внутренних дел или руководитель национальной полиции. Те патрульные и вот конкретно тот парень, они были недостаточно подготовлены к выходу на улицу. Это как вообще будет поступать Арсен Иванович? Должен ли он пойти в отставку? Я подозреваю, что есть много вопросов, но за великим рахунком до Авакова, скорее, политические вопросы. Он должен вчинить, как политик в этой ситуации, визначаться для себя, чи залишаться на месте, чи ні. В это воскресенье в Киеве пройдет митинг в защиту арестованного полицейского Олейника, куда выйдут не только общественность, но и некоторые полицейские. А зараз увага! Ексклюзивний спецпроект абзацу. П'ятикласник навчатиметься у 100 школах світу. Вони з мамою продали машину, аби об'їхати 30 країн. Перша зупинка – це Індія. Навіщо дітлахи у найбільшій в світі школі навчаються за ґратами? І чому директор державного закладу забороняв знімання? Дивіться просто зараз. Класний тревел. 30 країн. 12 місяців. Один школяр і одна мама. Вперше в Україні і тільки в абзаці. Привіт, Владику, як поживаєш? Поки у вас в Києві сніг іде, у нас плюс 30. Про що ти цікаве нам сьогодні розкажеш? Скільки платять учителям в Індії? Як виглядає найбільша школа в світі, яка попала в книгу рекордів Гіннеса? І чому я був в шокі після візиту в державну школу? Обо всем этом расскажу прямо сейчас. Мы с мамой решили записать меня на учебу в самую большую школу в мире. Она находится в индийском городе многомиллионнике Лакнау. Мы находимся в школе Монтессори. Именно в этой части 8 тысяч человек, а всего, ну, по последним данным, 45 тысяч человек. Вот подумайте. Территория только этого отделения как огромный стадион. Школу основал Джагдиш Ганди. Я слушал его речь на международной конференции, где нас посадили в первом ряду и объявили, что мы журналисты из Украины. Честно говоря, я не ожидал такого внимания. Нашел украинский флаг перед входом в школу, главным входом. Ще не вмерла Украина, и слава, и воля. Еще в первый день, когда мы договаривались о посещении школы, у него возникло четкое желание проучиться в ней хотя бы месяц. Там реально круто. Но у нас была всего лишь неделя. За это время я понял, что эта школа особенная. Тут обучаются дети из разных социальных групп и религий. Сикхи, буддисты, исламисты, индуисты. Главная цель этой школы – воспитать детей всех религий в мире. Бог един. Те, кто учится здесь, имеют больше шансов хорошо устроиться в жизни. Оплата за обучение плюс-минус, как в частных школах Украины. От 400 до 1000 гривен в месяц. Чем старше ученик, тем дороже обучение. Несмотря на то, что я внешне не похож на остальных детей, встретили меня дружно. И на английском. Ведь обучение во всех частных индийских школах проходит на английском. Hello, I'm from Ukraine. My name is Vlad. Одноклассники мне рассказали, что у них по 7-8 уроков каждый день. Здесь они идут по 45 минут, а не по полчаса, как в предыдущей школе. От нашей системы не сильно отличаются. Классы похожи на наши, почти везде интерактивные доски. Мне, как старосте, было интересно узнать, есть ли у них старосты. Да, есть, но их обязанности мне не понравились. Ну, мы спросили, что они делают, если кто-то не слушается. Они сказали, рассказываем учителю. Ну, не знаю,
у нас это, мне кажется, не очень так рассказывать учителю. В среднем в классе 30 человек, 7-8 уроков в день. Учатся 6 дней в неделю. Математика, английский и хинди у них каждый день. Ну, почти как у нас, только у нас украинский 3 раза в неделю, а хинди у них каждый день. Учительница в Саре показала мне непривычно огромные классы, но еще с теми же решетками, что в каждой школе. Как я понял, это чтобы дети не выпадали. А посмотрите, какой тренажерный зал для детей. Это же мечта. Также физкультура проходит на улице. Це душ. А це басейн. В одном из залов есть место для занятия йогой. Каждое утро туда приходит какой-то очень знаменитый индийский йог, и любой может к нему присоединиться. Форма, как вы видите, на нашу похожа. И никаких костюмов с индийских фильмов. Кстати, есть в индийских школах одна суперская традиция. Я бы хотела, чтобы у нас так тоже было. Есть один день в году, когда можно одеть что угодно. День рождения. Ты просто берешь дома сладости, табличку, что у тебя день рождения, ходишь и всех угощаешь. И мы с мамой наткнулись в коридоре на такого именинника. На табличке данные об ученике. Так что я знаю, что это Руат из 7 класса. Конфеты вкусные, так как не острые, как все здесь, а сладкие. Кстати, о еде. Я пришел на кухню, где готовят вот такие интересные лепешки. Надо бы руки мыть, а то в Индии грязно. Мы зашли в столовую в этой школе, купили, я не понял, что это, походу, булочка с чем-то или мясо кусок, ну, внутри там. И какая-то зеленая непонятная штука. Это острая штука. На столовые, как и в других школах, в основном для учителей. Дети берут еду с собой и едят на улице, где захотят. Вот это круто. Никаких столовок. В ланчбоксах у них лежит что-то похожее на бутеры. А вот что это такое? Индийские лепешки. Если мы с мамой вначале вообще боялись кушать в Индии... Сегодня утром мы ели шоколадку, огурец, банан. То потом приловчились и стали покупать еду на рынках. В основном фрукты и овощи. Еда недорогая. Примерно как у нас в Украине. Разве что бананы, папайи и кокосы значительно дешевле, чем у нас. Цена на бананы 7 гривен, папайи 12 и манго 20. Но вернусь к школе. Честно говоря, я был в шоке, когда увидел, как они разъезжаются домой после уроков. В этой школе используют рикши, но также вот такие вот минивенчики. Детей развозят на тук-туках домой. А еще есть целый ряд автобусов. Но все это платно. Вот так и я уехал в другую частную школу. За развоз дополнительно платят. Стоимость зависит от расстояния. Ну, это недорого. В гривнах от 2 и больше. А вот эта школа, хотя меньше и беднее, мне пока понравилась больше всех. Она похожа на нашу родную государственную школу. Компьютеры старые, но мне все равно здесь нравится. Там учитель сидит, походу, а у учителя нет компьютера. Это обидно. Учителя здесь, как и наши, любят писать на бумажках. И классы похожи на украинские, кроме решеток, конечно. Тут руки моют, тут позже. Посмотри, сколько паучины. А кабинет биологии вообще супер. Вот учительница, например, показывает заспиртованную жабу. Я думаю, детям прикольнее смотреть на эти банки, чем на картинку в книге. Вот бы побольше такого и для украинских школьников. По поводу домашних заданий, их очень много. Но родители объясняют своим детям так. Поскольку в Индии очень много людей, то и устроиться на хорошую работу довольно сложно. Для этого надо просто хорошо учиться. Это и является главным мотиватором. На улице бассейн. А вы тут плаваете? Да. Дети смотрели на меня, как на мартышку. Я здесь, правда, единственный европеец, поэтому не обижаюсь. Конечно, огромная территория для детей. Бегай, сколько влезет. И кушай под открытым небом. Но я не смог и здесь пройти мимо столовки. Это просто жесть.
тесто под столом, тарелки из-под чего-то черного. У нас бы за такое, боюсь подумать, что бы сделали руководству. Но местных, видимо, все устраивает. Обучение в школе 625 гривен в месяц на наши деньги. Для средних цен и зарплат у нас в Украине, в принципе, эту сумму потянуть можно. А если бесплатно, надо идти в государственную. Маме удалось договориться, чтобы я поучился и в такой обычной школе. И это единственная школа, где директор не хотел, чтобы мы снимали. И я понимаю, почему. Это просто трэш. Все очень страшное. В классах слазит побелка. Дети не такие, как во всех других школах. Какие-то запуганные и забитые. А фирменные индийские решетки в такой обстановочке смотрятся вообще уныло. Ну, если честно, они могли бы и сами своими силами навести порядок. Я думаю, не тяжело собраться всем родителям в один день, побелить, покрасить, убрать, вымыть. И, собственно говоря, получить чистый класс, а не то, что мы видели. В эту школу пришлось брать переводчика, так как в госшколах обучение проходит только на хинди. На уроке английского я рассказала им немного о нашей стране. Я родился в Украине. Это очень красивая страна. На юге у нас два моря, Азовское и Черное. А потом сам стал их расспрашивать об уроках. Какие предметы у вас тут? Математика, наука, история. Расписание в этой школе, и там первым, ну, не уроком, а первым делом там молятся 35 минут. И у них даже есть санскрит, я не понял, это язык такой или... Да? Хорошо. Шестидневка, как везде в Индии. Но детей здесь явно больше, чем в частных школах. В каждой группе до 45 человек. Уроки стандартные. Часа. Там такой звонок, на веревке висит железка, по которой, как я понял, просто бьют, и урок все заканчивается. Форма, говорят, тоже есть, но дети ходят в свитерочках. Форму кто покупает? До 8 класс бесплатно, а потом есть платно. Сколько? Не признались. Я сразу вспоминал наш умывальник в школе и понял, что не понимал своего счастья. Спортивные занятия тоже отличаются. Спортивной формы я, кстати, не заметил, но зато ученикам бесплатно наливают питьевую воду в чашки. Первое впечатление бедно, но еще там вообще девочек нет. При этом даже такая школа – это роскошь, потому что государство не может обеспечить образование всем. Оказывается, миллионы людей в Индии до сих пор не умеют читать и писать. Я их спрашивал, кем они хотят быть, когда вырастут. В основном компьютерщиками, один полицейским. Платят учителям где-то, как нашим, $150 в месяц. Но если наши за эти деньги выкладываются. Здесь, мне показалось, особо никто и не старается. В общем, хочешь чего-то добиться, иди в частную школу. На протяжении учебного года оценки не ставят. Только на экзамене. Получается, ты можешь не ходить в школу, но если знаешь экзамен, то все, молодец, ты сдал. Еще разочек посмотрим с мамой на океан и уезжаем в Камбоджу. Решили взять масала ти. Ну, мы не знали, что значит масала. Мы посчитали в интернете, это специи. Ну, это правда, я только что выпил этого чая. Просто, ну... Тебе нравится? Не очень. Чуть отдохнули и снова в дорогу. Заодно передаем тебе диски, Алина, с нашими школьными путешествиями. Влад, все окей, диски отримала. Чекаю відео з Камбоджі. Гарних тобі вражень, вчися гарно. І до наступного понеділка. Спасибо, до встречи в абзаці. А, В, В, Г, Д, В. Що відбувається, красунчик? Це просто жах. Готуюсь до 8 березня, жартую. Якщо вірити китайцям, то ця штука за тиждень, оця, зменшить щічки, ну, без будь-яких хірургічних втручань. І всього за 50 гривень.
Ці щічки не зменшиш. Ну, зменшить або покалічить. І чи справді китайські прищіпки здатні вкоротити носа, а черевні шкарпетки замінити педикюр? Філ розпочав реаліті-експеримент. Реально ли без пластики сделать скулы, как у Оливии Уайлд? Чем опасно вакуумное надувание губ? Оно не присмоктывается. Как за неделю уменьшить нос в домашних условиях? Я не могу дыхать. Девушки, внимание! Прямо сейчас я протестирую китайские бьюти-товары на коллегах. Покажите мне хоть одну девушку на 100% довольную своей внешностью. Я таких не встречал. Вот и Юле не нравятся ее губы. С китайского сайта заказала. Метод нехитрый, в общем. Берешь, прикладываешь. Втягиваешь воздух, получается вакуум. Девушка держала одну минуту, как указано на сайте. Губы и правда увеличились, но через 10 минут сдулись назад. Я подержала 3 минуты. 5 часов я проходила красоткой и легла спать. А проснулась уродиной. Естественно, 3 дня он сходил, 3 дня я сидела дома. Видно, мне этого не понять. Девочки на работе просто мне плешь проели своими комплексами. У одной нос большой, у другой губы маленькие, у третьей щеки толстые. Подберу-ка я им подарочки. Даже знаю где. И знаю кому. Настя всем рассказывает о том, как увеличивала свои губы. Я прожила. Хочешь губки, как у Скарлетт Йоханссон? Сама напросилась. Увеличитель губ. А вот Алинка мечтает о носике. Как у Одри Хепберн. Прищепка для носа. Всего 8 гривен. Заказываю. Господи, а это для чего? Мне кажется, я такое видел на каких-то других сайтах. Дороговато, конечно, но оно того стоит. Наверное, только уборщицы на новом канале еще не знают, что у Раи большие щеки. Ирке тоже попробуем подтянуть щечки. Не зря же у нее на столе фотка Оливии Уайлд распечатана. Взгляните, какие скулы. Вот так? Это щеки убирает? Господи. Это какое-то орудие пыток просто, а не педикюр. Носки сделаны под маленький размер ноги. Китай ведь. Так что это счастье достанется Маше с ее 35-м. Пишут, что реально помогает. В итоге за все я заплатил 300 гривен. Доставка из Китая бесплатная. Вот только ждать долго. Прошло больше месяца. Товары приехали, и вот я готов к экстремальному эксперименту. Для начала отведу каждую из девочек к специалисту. Начну с косметолога и Раиных пухлых щек. Все время комплексую, щеки огромные. Огромные щеки, не знаю, мне кажется, кроме щек, люди вообще ничего не видят. Райан хочет протестировать вот такой китайское чудо, вот такое. Оно вроде бы как должно подтянуть ей скулы или щеки. Врач настроена скептически, но все же соглашается принять участие в нашем эксперименте. Для его чистоты просвечиваем лицо в специальном аппарате. Через пару минут он покажет все скрытые морщины и упругость кожи лица. А пока ждем. Следующая. Ирочка, идем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня для вас еще одна пациентка. Проблема та же. Мне кажется, вот я в зеркало, когда смотрю, у вас, к сожалению, нету, так вот отводишь назад, я такая молодая, красивая сразу. Можно что-то с этим сделать? Что же выяснила врач о их коже? Вот здесь это поверхностные морщинки, дальше идет текстура кожи. Текстура идеальна, 97%. Как обещано на сайте, через неделю не только щеки уйдут, но еще и морщины разгладятся. Проверим это. Делаем контрольное фото. И, внимание, примерка. Открой рот широко. Божественно. Алфавит помнишь? Ага. Давай. Очень красиво. Ты чувствуешь, мышцы там напрягаются? Да, я чувствую. Они реально напряглись. Ради того, чтобы избавиться от пухлых щек, Рая настроена заниматься по 15 минут 2 раза в день. Целую неделю. Теперь очередь Иры. Текстура у вас хорошая. 93%, то есть ровненькая кожа. Носогубные складки, они вот так выглядят у вас. Ну вот. Видите, вот зарончики такие. Делаем фото и меряем бандаж. Мне уже дали здесь. Веду следующих подопытных кроликов к пластическому хирургу. Для вашего лица вам было бы самое красивейшее. Все объем периферийный. Но увеличивать дорого. Одна процедура стоит около 5000 гривен, а эффект на полгода. А та штука сколько коштует? $1. Делаем замеры. 5,1 миллиметр. 11 миллиметров.
по нижней губе. И этот врач настроен скептически. Мы специально на нос фиксаторы такие, как прищепки. Вот. И на ней ложилась спать. И проснулась утром некроз, то есть пол носа снила. Мы реально делали присадку кожи и все остальное. Боже, це ж Аліна має робити. В смысле? Пока Алина ждет в коридоре, мы пробуем увеличить Настины губы. Ну а вот теперь пришел черед Алининого носа. Если честно, я хочу уменьшить низ. Мы сначала делаем точки по длине носа. У нас получается 4,6. 34 мм. Тепер дивимося на кінчик носа. 21 мм. Врач не одобряет мои китайские штучки, но я готов дать им шанс. В каждой прищепке сидеть нужно всего по 15 минут в день. Подумаешь. Я не могу дыхать. 15 хвилин. Ну, не сильно, да? Да, сильно. Бога маленькая. Дыхаешь? С трудом. А Настя в это время уже просидела положенную минуту. Ну все, уже, наверное, можно снимать. Софья, сбежилась? Что, спустынила трохи? Там не там, да. 7 мм сбежилась. Сбежилась, да? Было 5. И 12 мм нижнего лба. Отсюда метр добавилось. Не знаю, насколько хватит результата, но пока эффект мне нравится. Ждем 15 минут и смотрим на нос Алины. Ну, меньше. Давай ты мерь. А, давай. Я бы сказал, ближе стал. Не стал 21 мм. 20,5. Был большой нос, теперь еще и красный. Доктор пообещал, краснота спадет уже через пару минут. Алинка расстроилась, но эксперимент продолжаем. Ты сможешь это рассчитываться. А сейчас самое время опробовать на Маше волшебные носки для педикюра. Для начала к специалисту. Сильно выраженно на том тишине наблюдаю. Удовлетворительно. Единственное, что вот немножечко правая нога, немножечко есть уже огрубелости. И вот эти самые огрубелости должны отвалиться в течение 2-3 дней после использования носков. Ой, запах приятный. Честно, то мне страшновато. Какая-то липкая жижа внутри. Сидеть в таких носочках нужно от 15 до 20 минут. Учитывая, что здесь обещают очень быстрое снятие, это надо очень большую концентрацию кислоты. То есть очень агрессивный пилинг. Маша в ужасе ждет, а мне захотелось и самому проверить носки. Кожа немножечко уплотнена на пятке. По-моему, это не мой размер. Ждем 20 минут и снимаем. Пока эффекта никакого нет. Но вот что должно случиться с ногами уже через 3 дня. Бррр. Теперь 7 дней мои коллеги будут пользоваться своими гаджетами из Китая и вести свои дневники в соцсетях. Не пропустите, насколько увеличатся губы Насти Кошман. И на какие трудности придется идти Алине Мысечко. Призывы не давать деньги скрыточникам звучат даже в метро. В метро, друзья, в метро. Где? Треба здебати, чи як? Що буде робити? Что произойдет с Ирой Петькун уже на второй день эксперимента? Мозги болят. Здесь все передавлено. Начинает голова трещать. Виски давят. Какой позор переживет Рая Хамидулина. Что ты делаешь? Она давно с ума сошла. И что случится с нашими с Машей ногами после китайских носочков? Результат реалити-эксперимента ровно через неделю. Ой, снова губы, как у качки.